Соревнования проводились в трех возрастных группах и собрали более 70 участников из Дагестана, Ингушетии и Азербайджана. Спортсмены оспаривали медали в 7 весовых категориях. Организаторы турнира, администрация Шамильского района и семья Асиатиловых создали прекрасные условия, чтобы участники показали красивые и зрелищные поединки. Ну, турнир очень прекрасно прошел. Организация тоже была отличная. И болельщики тоже, никаких проблем не было. Очень прекрасно, хорошие ребята тоже были. Я доволен. Поединки шли в течение 2 дней. Среди участников турнира немало победителей и призеров первенств и чемпионатов СКФО и России. Я сама из спортивной семьи. У меня папа тренер, заслуженный тренер России по борьбе. Я сама боролась, являюсь мастером спорта международного класса. Далее, после завершения карьеры, все-таки решила полностью связать свою жизнь с борьбой. Начала тренировать. Я заслуженный тренер Бурятии. И вот начала заниматься действием. Уже как больше 10 лет я судья международной категории. Асиатиловский турнир приобрел огромную популярность среди борцов. Его участники неоднократно в последующем становились на пьедестал почета чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Турнир прошел на уровне. Очень хорошие ребята приехали. Молодежь такая, знаешь, борьба была очень бескомпромиссная и интересная. Необходимо именно побольше таких турниров, как бы, да, чтобы стимулировать молодежь, чтобы боролись и стремились к высшим наградам. Наибольший интерес вызвали схватки в весовых категориях до 86 и до 125 килограммов. В первой из них победил хозяин ковра Али Нуров, одолевший Магомедтагира Ханиева из Ингушетии. А в супертяжелом весе опытный Зелимхан Хизриев со счетом 11-0 выиграл у Али Алиева из школы Гамидова. Я с ним встречался, наверное, 2 года назад где-то, и там проигрывал. Он очень хорошо работает на руках, очень дышащий спортсмен. Поэтому удалось, да, один раз вот так забежать, 2 балла взять и вот так убежать счет. Очень приятно, что память о моем деде чтят, что приехало столько людей поддержать наш турнир. На самом деле нам очень приятно. Было очень много спортсменов высокого уровня. Победители и призеры турнира награждены медалями, дипломами соответствующих степеней и солидными денежными премиями. Нурлан Алиев, Арип Аримов, Вести Дагестан.